30 октября в областном молодежном центре «Химик» за почетное звание боролись молодые специалисты предприятий и организаций Омской области в возрасте до 30 лет. Повышение статуса и престижа рабочих специальностей, привлечение молодежи в производственную сферу, повышение мастерства молодых специалистов. Такие цели преследуют в Министерстве по делам молодежи Омской области при организации традиционного конкурса профмастерства «Лучший по профессии». Конкурсанты представили свои предприятия на выставке в фойе, а на сцене молодых специалистов ждали непростые испытания. Рассказать о себе, доказать, что именно ты лучший, раскрыть свой творческий потенциал, ответить на каверзные вопросы ведущих. Что вы будете делать, Александр, если вдруг изобретут когда-нибудь вечный двигатель? Ну, если ты имеешь в виду двигатель, который работает без топлива, никто не сказал, что он будет ломаться. Так что работа, я думаю, у нас найдется. В группе рабочей специальности победителем стал электромонтер по ремонту оборудования электротехнической лаборатории ОАО «Омский каучук» Даниил Борзов. Инженер Татьяна Плегунова, победительница в группе «Инженерно-технические работники», также представляла «Омский каучук».